Акция РЕН-ТВ «Соединяет сердца» подходит к концу. Уже в субботу мы подведем итоги и выберем победителя. Герой самых интересных историй любви получит главный приз – незабываемый день Святого Валентина. Знакомьтесь, наш последний претендент – Светлана. Светлана, 30 лет, юрист, в отношениях полгода. Молодой человек Дмитрий, 27 лет. Светлана поругалась с Дмитрием накануне Дня всех влюбленных. Девушка надеется с помощью нашей программы вернуть своего любимого. Изначально мы познакомились весной. В апреле 2014 года Дмитрий нашел меня в сети интернет, предложил встретиться. Но, к сожалению, по ряду обстоятельств не получилось встретиться. И мы перенесли встречу на более поздний срок. Первая встреча была... Неожиданно мы договорились на определенное время. Сначала Дмитрий предложил встретиться в кафе, но я по ряду причин не успевала, и мы встретились на улице Чернышевского возле гостиницы «Олимпия». Вот, он подъехал на такси. Вот. Ну, мы немного прогулялись потом по парку, долго общались. То лицо, которое было на фотографии и в сети, то есть в интернете, и в жизни, то есть все совпало, и даже мои ожидания превзошли. Мы поссорились, вот, и после нашей ссоры я поняла, что для меня этот человек играет очень важную роль в жизни, и, наверное, это тот человек, который выбрал мое сердце, прежде всего, моя душа, вот, и сердце чувствует, наверное, это любовь, скорее всего, вот, потому что, наверное, что имеем не храним, потерявши плачем, а вот когда человек теряешь, уже начинаешь понимать, как он тебе был дорог, вот, и я поняла, что он лучший из всех для меня, наверное, на всей планете, даже так скажу. Давай уедем вдвоем и вместе все начнем сначала. Мне надоело молчать, и вот тебе я сказала. Хочу, чтобы были вместе и друг другу доверяли. И, посмотрев в глаза, сразу все понимали. Я не хочу, как раньше, я хочу по-новому, без обид и упреков, не давая повода. Но тогда, я уверена, будет все в порядке. Мы не будем с чувствами играть в прятки.